Так, далее мы вяжем кепку. Кепку вяжу вот коричневая нить у меня, пехорка детская новинка. Козырек для кепочки. Я подглядела мастер-класс Татьяны Кучеровой. А основную часть кепочки я сама просто придумала. Вот померила, что подходило. Вот. Потом кепочку эту мы будем тоже немножечко набивать и пришивать головки вот так вот. Так, начинаем с козыречка тогда. Так, вот как раз для нашего подходит. Ну, я переделала, соответственно, посчитала, чтобы нашими покачу на головку все это подошло. И, значит, набираем цепочку из 20 воздушных петель. Набираем. Во вторую петлю от крючка провязываем 17 столбиков без накида. Вяжем. Делаем убавку в последние две петли. Поворачиваем без петли подъема. Третий ряд вяжем 5 столбиков без накида и прибавка. Пять. Делаем прибавку. Пять. Делаем вторую прибавку. Провязываем. Раз. Два. 3 столбика без накида и в конце делаем убавку. Без петли подъема переворачиваем. Еще раз вяжем. Пять. Прибавка. Раз. Пять. Прибавка. Провязываем. Раз. Два. Три столбика без накида. В последние две делаем убавку. Переворачиваем. Так, пятый ряд провязываем. 15 столбиков без накида и убавку вяжем. Шестой ряд. 13 столбиков без накида и убавка вяжем. Седьмой ряд. 11 столбиков без накида и убавка. Так, восьмой ряд вяжем следующим образом. 5 столбиков без накида. Делаем прибавку. Далее 2 столбика без накида. Раз. Два. И убавку из 3 столбиков. Раз. Два. И последний, третий. Провязываем убавку. Переворачиваем. Девятый ряд. 6 столбиков без накида. И последняя убавка из 3. 3. Убавка. Такую длинную нитку не нужно, потому что мы будем потом обвязывать. Поэтому такую, чтобы мы могли вдеть в иголку и спрятать ее. Ну, вот козыречек получается. Так, далее основную часть кепочки, ту, которую на голову будем, вяжется следующим образом. Делаем кольцо. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Поехали. В
Второй ряд делаем 6 прибавок. В конце второго ряда 12 столбиков без накида. Поехали. Так, третий ряд. Так, провязали третий ряд, сделали 12 прибавок, в конце третьего получилось 24. Так, четвертый ряд. Столбик без накида и прибавка. В конце четвертого ряда должно получиться 36 столбиков без накида. Вяжем. Пятый ряд вяжем. 36 столбиков без накида, без изменений. Вяжем. Так, шестой ряд вяжем. 5 столбиков без накида и прибавка. В конце шестого ряда должно получиться 42 столбика без накида. Поехали. Раз. Пять. И прибавка. Продолжаем так вязать до конца ряда. Вяжем. Седьмой ряд вяжем. 42 столбика без накида, без изменений. Вяжем. Так, восьмой ряд вяжем. 6 столбиков без накида и прибавка. В конце восьмого ряда должно получиться 48 столбиков без накида. Вяжем. 6 и прибавка. Довязываем также до конца ряда. Так, девятый ряд вяжем. 48 столбиков без накида, без изменений. Вяжем. Десятый ряд вяжем. 7 столбиков и прибавка. В конце десятого ряда должно получиться 54 столбика. Вяжем. Так, далее. Одиннадцатый и двенадцатый ряды вяжем. Так, довязали 12 ряд. Делаем соединительный столбик. Вытягиваем нить, обрезаем. Так, сейчас будем прятать ниточки. Далее берем козыречек, прикладываем вот так к кепочке. Прикрепляемся. И провязываем. Просто столбиками без накида. В каждую петельку. Столбиками без накида как бы сшиваем кепочку и козырек.
Так, обвязываем кепочку. Так, у нас еще одна петля вот получилась. Сейчас мы ее тоже, самую последнюю петельку, зацепимся и тоже ее провяжем. Вот так вот. Теперь обвязываем кепочку. Теперь плавно переходим обвязывать козырек. Кепочку мы обвязали, соединяем с верхним столбиком, открываем. Ниточку прячем во внутреннюю часть кепочки. Далее, когда уже все свяжем, козыречек можно будет немножко прогладить, чтобы все было более ровно. Так, для украшения кепочки сделать ему вот такие вот ребрышки. Я по кепочке приблизительно вот так ровные части ребрышки, где-то вот так. Получается, что отсюда до этого края. Далее смотрим, значит, отсюда до следующего края. И также смотрим равномерно вот так вот сзади. Так. Отсюда, туда, отсюда, туда. И также вот от них, ну, так приблизительно все, чтобы получилось
более-менее равномерные. Так, я просто прицеплялась. Сейчас, минуточку. Вот так. И вот так вот кверху просто провязывала. Столбики без накида. Вот так. По диагонали. Ну, приблизительно все. Так прикрепились к краю. И вот сюда вверх делаем просто столбики без накида. Вот так вот, в каждый ряд. Ну, такие ребрышки получаются. Так, смотрим приблизительно. И также вниз идем. Также идем вот к этому краю кепочки. Также провязываем вот здесь вот, сзади такие же, самостоятельно. Так, мы связали с вами вот две такие части. Так, нам нужно спрятать ниточки. Ну так вот, не очень сильно, потому что мы еще будем обвязывать все это. Все равно это все спрячется.
Так, давайте приготовим с вами проволочку, которую мы будем в хвостик вставлять. Ничего особенного, я вот так делаю. Немножечко вот так, просто по форме хвостика, вот так вот. Вот так вот. Не совсем прям, ну, вот так приблизительно. Вмотаем кончики. Так, проволоку откладываем. Берем две детальки. Ниточки, опять-таки, сложены в две. Ну, в две ниточки. Крючок берем. Прикрепляемся. Вот-вот, к желтой. Вот так вот прикрепились. Далее в каждую петельку вот так вот обвязываем соединительными столбиками. Весь хвостик по периметру. Тоже нелегкое занятие, но нужное. Давайте сначала обвяжем вот до конца вот этих вот до кончиков соединительными столбиками. Этот край пока не будем обвязывать, потому что там нужно еще будет проложить проволочку, далее довязать вот до черных деталей. Черные детали мы пока не провязываем, только желтые части. Thank you.
Проще было бы, конечно, обвязать столбиками без накида, но тогда просто не будет вот здесь такого, понимаете? Ну, более ровного края. Так, давайте здесь еще немножко провяжем, и потом будем вставлять проволочку. Довязываем вот прям до конца до конца желтых деталей, до черной, вот так вот все провязываем.
часть вот, где черные детали не сшита. Так, прячем. Вот так получается с двух сторон. Вот, хвостик. Вот такой вот. У нас совершенно такой же. Так, пока хвостик мы откладываем.